В Якутске устанавливают новые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. В этом году на опасных перекрестках и скоростных трассах заработают еще 10 комплексов. Их задача остается неизменной – это снижение аварийности на дорогах. Если в 2015 году под наблюдением камер было совершено 135 ДТП, то в 2016 году эти показатели снизились в 5 раз. Тему продолжит Марианна Кутукова. Как известно, камеры фото- и видеофиксации устанавливают на самых опасных участках дорог. В этом году таковыми определили 5 перекрестков Якутска. Это Дзержинского Кальвица, Дзержинского Строителей, Дзержинского Лермонтова, Лермонтова Петра Алексеева и Лермонтова Кирова. Вот в данном участке с 2014 по 2015 год в этом участке погиб один человек и ранено более 10 человек именно в этом Кирово-Лермонтов. Потому что здесь в основном у нас вот парк культуры, много людей ходит, в основном дети. Поэтому не случайно это выбран данные участки, потому что все участки мы именно выбираем из анализа концентрации ДТП. Автоматизированные камеры, которые будут установлены на 5 перекрестках, будут работать по аналогу вот этих камер, которые установлены на Аюнского и Петровского. То есть камеры будут фиксировать нарушения, если водитель не остановится на стоп-линии, не уступит дорогу пешеходу на специальном переходе, нарушение ПДД дорожных знаков и если водитель проедет на запрещающий сигнал светофора. Хорошо. Отношусь к камерам. Да, придерживаюсь. Если камеры как-то, ну, все равно же помедленнее надо ехать. Обстановка на дорогах какая? Ну, я думаю, что получше, чем раньше было, конечно. Люди боятся уже, да. Наказание. Есть? Значит, и лучше на дороге. Штраф-то неохота платить. Кроме нарушений правил дорожного движения, эти камеры по государственным номерам оперативно выявляют автомашины, находящиеся в розыске. Отметим, что такую же функцию будут иметь и камеры фиксации скоростного режима. Они появятся на скоростных прямолинейных трассах, как автодорожная улица, Покровский тракт, улица Чернышевского и автострада 50 лет Октября. Первые планируют установить на Вилюйском тракте. Первая камера именно в Вилюйском тракте, вот где около управления ГАИ будет стоять, будет именно вот в этом столбе, где круговое движение будет, вторая камера будет. И при прохождении транспортного средства будет рассчитываться время прохождения транспортного средства и расстояние. И, соответственно, у нас выходит скорость транспортного средства. Всего в течение 5 лет по всей республике камерами видео- и фотофиксации будет охвачено 67 участков, из которых 37 будут в Якутске. Также основное внимание будет уделено федеральным дорогам, где установят передвижные и стационарные комплексы. Марианна Кутукова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.